Всех приветствую на моем канале. Данное видео с вами рассмотрим, как потратить бонусы банка открытия. Приятного просмотра. А немного простудился, прошу прощения за такой голос. Заходим в мобильное приложение банка открытия по коду доступа, либо по отпечатку пальца. Далее нажимаем на карту Open Card. И здесь мы видим остаток бонусного счета. Нажимаем на баланс бонусного баланса. Далее есть кнопка «Потратить бонусы». Бонусы можно потратить, то есть вы можете бонусы компенсировать покупки, да, если у вас баланс бонуса позволяет. То есть сумма покупки должна быть от 1500, но не больше вашего бонусного баланса. И также можно, и покупки можно компенсировать в течение 30 календарных дней с момента совершения. Разумеется, покупка должна быть обработана. То есть в истории операции рядом с ним должен отсутствовать символ замочек. Обычно покупки обрабатываются в течение нескольких дней после того, как вы совершили данную покупку. Также можно потратить бонусы на портале travel.open.ru, где можно бронировать отели, билеты и так далее. То есть достаточно полезный сайт для путешественников. Кстати, есть кнопка перейти на сайт Travel. То есть нажимаете и переходите. Также можно компенсировать уведомления по карте, оплаченные, да, если у вас подключены они. У меня они не подключены. Страхование по карте, если они подключены. И проценты по кредиту. Оплаченные проценты по кредиту за последние 12 месяцев. Так, нас интересует компенсация покупки. Покупка в интервале от 1500, но не больше бонусного баланса. Бонусный баланс на моем примере 2110 рублей 67 копеек. И, соответственно, мы видим подходящая покупка, вот, то есть Галамарт, к миру, от 1689 подходит. И также есть покупка 1790. Еще раз повторюсь, в течение 30 календарных дней с момента совершения покупки вы можете компенсировать. Разумеется, гораздо выгоднее компенсировать сразу покупку на большую сумму, а потом остаток бонусов останется на счету, и можно будет накопить еще 1500 и также в дальнейшем компенсировать. Вот я выбираю покупку на сумму от 1790. Выбираем карту для зачисления денежных средств, куда будут зачислены денежные средства. Нажимаем, подтверждаем кнопкой «Продолжить». Все успешно, покупка компенсирована. И, соответственно, баланс карт увеличился на сумму покупки, которую мы с вами компенсировали. И видим в истории операции. Компенсация стоимости покупки за счет open bonus, то есть переход на операции на сумму от 1790 рублей. Успешно выполнено. Такой был обзор, инструкция о том, как потратить бонусы банка открытия. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомлений о новых видео. Пишите комментарии, делитесь данным видео. Всем успехов, финансового благополучия. Всем пока.